Вот и наш мост. Мы приближаемся. Не будем терять время. Пошли. Нет, я не допрыгну. Подсади меня наверх, я положу доску. Еще одна плавучая хреновина. Может, мне на ней переплыть? Ты еще что? Опасное место. Что там происходит? Залезай. Пойдем через отель. Ну ладно. Эй, осторожней. Не бойся, я осторожная. Клади доску, как они. Вонища. Да, дерево прогнило. А ты часто бывал в кафе? Ну да, нередко. И что ты заказывал? Просто кофе.
Думаешь, охотники ушли? Скоро узнаем. Тут все чисто. Спускайся. Ого, круто. Жил когда-нибудь в таких местах? Ну, пока все не накрылось. Нет, для меня слишком дорого. Роскошное местечко. Я бы хотела остановиться на одну ночь. Да, пожалуйста, в лучших апартаментах. Да что ты несешь? Да-да, спасибо. Отнесите наверх. Странная ты какая-то. Так.
ты? В космосе. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. А? Смотри под ноги. Черт. Принесь, принесь. Стоп. Сколько же это? Пятый на этой неделе, но я не жалуюсь. Может и нет. Ну, все? Надо проверить еще один этаж. Что проверить? За неделю ни одного щелкуна. Потому что мы работаем... Вижу! Черт. Принесь, принесь. Стоп. Сколько же это? Пятый на этой неделе, но я не жалуюсь. Ё-моё! Thank you.
У него дробовик. Ищите лучше!
О, жуть. Выбрали легкий способ, да? Это нелегко. Но для многих проще, чем ждать щелкуна или охотника. Смотри, похоже, в этой шахте есть лестница. Постой, дай я попробую. Посмотрим, что там. На всякий пожарный. Тут узковато, но пролезем. Ладно.
Лучше найди за что ухватиться. Ну, вперед! Ладно. Вперед! Оставайся там, а я поднимусь. Только не помирай. Постараюсь. Итак, куда дальше? Кажется, туда я не заглядывал. Может, за тем проходом? А здесь? Как бы обойти эти ворота? Долбаные споры.
Твою мать! Ненавижу эту хрень.
счет. Поехали. Ну вот и все. Главное, Элли. Так, что тут у нас?
Да, очень даже. Качай его! Готово! Супер! Тебя не покусали? Нет пока. А тебя? Пока нет. Ладно, разделяемся и идем дальше. Вдруг какого дерьмо! Здесь! Ляжешь!
Как я ему мозги вышибла, а? Да, это точно. Тошнит. Я ведь просил тебя, не лезь. Сам же рад, что полезла. Хорошо, хоть башку мне не прострелила, соплячка чертова. Знаешь что, Джоэл? Сказал бы Элли, я знаю, что тебе нелегко, но ты справилась. Ты спасла мне жизнь. Неужели это так трудно, Джоэл? Надо идти дальше. Так идем. Лучше побудь здесь. Не вопрос. С места не двинусь. Мы должны выбраться отсюда. Найти мост. Главное понять, как. Ай, как же достало.
Ух ты, зацени. Это задник. Люди фотографировались на его фоне. Да, я знаю, что это. Ясно. Но ты хочешь что-то сказать? Я и не думала делать, что мне в голову взбредет. Просто тебя долго не было, и я подумала... А вдруг с тобой что-то случилось? Не имеет значения, что ты подумала. Ты должна меня слушаться. Я и слушаюсь, просто... Ладно, неважно. Может, с этой штуки можно залезть? Взяли! Черт! Тяжеленная штуковина. Как насчет помочь? Думаешь, можно мне это доверить? Элли! Ну, жми! Да. Я жму! Сильнее! Так лучше? Пошли. Еще не вернулись. Черти нос. Не знаю. Уже пошли. Сюда. Пригнись. Значит так, я сейчас спрыгну и расчищу нам путь. А как же я? Сиди здесь. Но это же тупо. У нас больше шансов, если я помогу. Поможешь. Я понял, что стрелять тебе не впервой. С винтовкой справишься? Ну, из винтовки я уже стреляла. Только по крысам. Крысам? Пневматика. Короче, общий смысл тот же. Вскидывай. Теперь упрись как следует в приклад. Отдача тут гораздо круче, чем у любой пневматики. Угу. Оттяни затвор. Держи вот здесь. Тяни. Вот так. Как выстрелишь, тут же загоняй еще один патрон. Послушай меня. Если я опять влипну, бей так, чтоб наповал. Ясно? Я поняла. Ну ладно. И знаешь, насчет того раза. Спасибо, что спасла мне жизнь. На здоровье. Ну не засранец, а? Если уж ты тыришь, то прикинь сначала, успеешь ли слинять. Ну я бы... Одни трупы!
Всех перебили нахрен! Чего вопишь-то? Отдышись! Кого убили? Весь отряд. 76 парней. Молодчина. Дурно. Рот паршивый. Не упусти! Он там? Его тут нет. Вижу его! Вот ты где! Тут все чисто. Спускайся.
Ну как я? Вот, возьми. Тебе по размеру. На самый крайний случай. Ага. Он на предохранителе. Умеешь снимать предохранителя? Умею. Ладно, только помни, это не игрушка. Ты должна... Джоэл, я понимаю. Ладно. Ёшкин кот. Так жестоко. Солдаты в Бостоне делают примерно то же самое. Пожалуй.
Готова действовать, Элли? Ага. Черт, цепь застряла. Держись. Держусь. Есть. Давай. Хорошо придумано. Помоги открыть. Держу. Готово. Так, приступим. Дела, у тебя оптика. Так. Оптика. Черт, пригнись, Что нам делать? Ничего.
непростые деньги, а? Хоть Черт, еды нет, ботинки старье, ничего приличного. Но... Пошли. Что ж... Боже. Ничего мы не могли сделать. Я знаю. Просто... Боже. Надо идти к мосту. Ладно.